Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание практикам, которые нужно провести на убывающую луну. Это три полезных совета, которые касаются каждого человека. Обязательно досмотрите это видео до конца, будет много полезной, важной и интересной для вас информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал «Эзотерика для тебя», ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они будут счастливы и удачливы. Итак, друзья, сейчас у нас идет убывающая луна. И убывающая луна уже начинается в таком вот полном своем смысле. Убывающая луна у нас продлится до 3 ноября. Но в эти дни мы с вами можем использовать для того, чтобы провести определенные практики, для того, чтобы мы могли с вами очистить энергетику, для того, чтобы мы могли избавиться от всего того ненужного, которое мешает нам развиваться, которое, знаете, стопорит наши все с вами движения. И, пожалуйста, постарайтесь в эти дни провести именно эти практики, которые помогут вам в жизни. Итак, что нужно первое сделать до начала новолуния? Во-первых, отпустить все ненужное, именно отпустить. И это, наверное, одна из самых простых практик, которую вы можете сделать. Делайте в любой день вечером на убывающую луну. Итак, берем листок бумаги и пишем по очереди следующее. Во-первых, все, что вам мешает зарабатывать больше денег. Это могут быть обстоятельства, это могут быть качества вашего характера. Только, пожалуйста, будьте честны с собой, для того, чтобы вы действительно и могли избавиться от этого. Далее, напишите все, что вселяет вам тревогу, вселяет вам какой-то страх, неуверенность в себе. Напишите все те негативные моменты, которые мешают вашему счастью и вашей радости. Подумайте о том, что мешает вам заработать больше денег в вашей жизни. Пропишите это, не потратьте на это время, не спешите никуда. Далее, возьмите свечу и зажгите ее. Подойдите к окну и мысленно обратитесь к Луне с просьбой забрать все то плохое и ненужное, что есть в вашей жизни. Вот представьте себе, что вы разговариваете со своей самой лучшей подругой, возможно, с сестрой, с которой вы делитесь своими всеми секретами. Знаете, в какой-то степени вот как поплакаться хочется, рассказать о том, что вам мешает заработать больше. Далее поджигаем этот лист от пламени, а пепел смываем в унитаз. Только помним, соблюдаем с вами технику безопасности. Эту практику вы можете несколько делать раз на убывающую луну. Очень сильно, кстати, помогает. Далее обязательно на убывающую луну чистим энергетику нашего дома. Что мы делаем? Перед сном разрезаем пополам 2-3 небольших лука и ложим на ночь в углах. Хотя бы по одной половинке на каждое помещение. Вы можете положить вот эту половинку лука, например, на салфетку, можете на тарелочку. Утром, смотрите, что мы делаем. Утром собираем это все совочком или одев на руку пакет. Или если у вас, допустим, может быть пластмассовые вот такие тарелочки, то свернули в пакет, отправили и где-нибудь в этот день, то есть вы это вечером сделали, утром все пособирали и в этот же день нужно закопать это все или нужно сжечь. Также вместо лука вы можете использовать крупную соль. Насыпаем в блюдечко и ставим по углам в нашем доме или квартире на 2 суток. Затем смываем в унитаз. Блюдца будут хороши, если вы эти блюдца будете использовать только для проведения всевозможных практик, ритуалов, обрядов. То есть ни в коем случае не используйте посуду, в которой вы кушаете что-либо.
Но в любом случае эти блюдца после проведения практики обязательно нужно помыть. Будет хорошо, если вы помоете их солью и можете использовать в следующих своих практиках. Следующее, что мы должны с вами сделать на убывающую луну, это почистить наш организм. Это очень важно, потому что наш организм, наше тело – это своеобразный скафандр, и мы должны его любить и беречь. Что мы делаем? На ночь ставим на подоконник бутылку с обычной водой. Можете поставить графин, то есть что вам будет удобно. И под эту бутылку кладем лист со следующей надписью: «Вода для очищения организма и стройности». Вы можете дописать все то, что действительно, возможно, вас на данный этап вашей жизни беспокоит, вас тревожит. Утром выпиваем целый стакан этой водички. Пьем на протяжении всего дня. Как закончится, заряжаем новую. Можете это как делать? Если вы знаете, что вы в день выпиваете условно 2 литра воды, значит, вечером ставим на подоконник, допустим, бутылку, а уже утром ее берем и начинаем пить. До самого новолуния начинаем день с этой водички. Будет замечательно, если вы еще в это время будете соблюдать вот какую-то легкую диету. И к концу уже убывающей луны вы увидите, как появится изменение, результат на вашем лице. Например, ваша кожа помолодеет, станет намного лучше. Попробуйте. И вот эти, друзья, три практики, о которых мы только что сказали, полезно проводить на каждой убывающей луне. Не только в эту убывающую луну, а на каждой. И благо времени и усилий это занимает минимум. И даже самые-самые занятые люди вполне могут помочь себе, своему развитию и своему дому. Давайте мы с вами научимся использовать энергию Луны во имя себя и во благо себя. Потому что мы можем рассматривать различные варианты, как мы можем себе помочь. Но в данном видео мы с вами оговариваем у нас Луну. И Луна очень сильный помощник, особенно для женщин, особенно для тех людей, которые вот чувствуют какие-либо изменения. И, друзья, чтобы не потерять это видео, обязательно себе сохраните его, поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация для них это будет важна и нужна. Также не забывайте подписываться на канал Эзотерика для тебя, ставить лайк этому видео и обязательно заходите на наш канал, смотрите, там много интересных и новых познавательных видео для вас. Ну, а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех любим, целуем. Надеемся, вы используете наши практики себе во благо. Желаем всем удачи и услышимся уже в следующем видео.